Любишь играть в Hard World, но не можешь найти нормальный сервер? Выход есть. Заходи на сервер под названием Crazy Hard World. На одном из серверов есть ТП и Хом, на втором обычный крутой хардкор. Заходи, выживай, играй, наслаждайся. Ссылки будут в описании. Привет. Что надо? Ты кто? Здесь живу. Ты не здесь живешь. Я чувак сюда поселил. В шляпе, в ковбойской шляпе бегает. С оружием. Ну мы вот, выйди из дома. Да. Ну вот. А он меня не узнает, говорит, кто это. Здорово. Еще раз. Салам. Салам пацанам. Что говоришь? Говорю, салам пацанам. А, салам. Чё мудите? Не знаю, пока ничего. Ни хрена все дом отстроили. Слушай, а как я внутри оказался, что-то не пойму. Нет, не знаю. Потом давно заходил и на этом месте построил вот этот чувак дом. Блин, здорово, отстроили. Проведете экскурсию по дому, интересно посмотреть. Ну, у нас там очень много лута, поэтому очкуем. Сейчас погоди, кнопку. Да пристрелите, если что, меня. Убьем. Кстати, всем привет и добро пожаловать на мой канал. С вами Турбо Ёжик. Мы сегодня в Хардворде. Зависаем немножко. И помните, в предыдущей части встретился с этими чуваками и оказался в доме в ихнем. Не знаю как. Не понимаю этого. Вообще без понятия. Просто зашел в игру, оказался там. Нет в доме. Кого они там гоняют? Бичей? Было бы интересно посмотреть на их дом. Сука, дауны, блядь. Сдается. Да руки вверх. Сдавайся, мы свои. Руки в гору. Морда в пол. Работает. Танцы. Раз, два, три, четыре человека. В одном из них даже френдли. Смотрите, все с пушками. Опасные ребята. Ой. Сейчас, подождите, я альтавлюсь. Ну чё, покажешь дом свой? Если чё, пристрелишь меня, если боишься за лут. Чё он делает? Картошку копает. Чё, скоро уезжаем. В зиму. О, возьмите меня с собой в зиму, интересно посмотреть. На тачке прокатите, кому не жалко. Хорошо. Ладно. С 4 места в тачке. О, круто. Погнали? Ну не сейчас, погоди, через минут 15. О, блин. Приготовиться сначала надо. Классно было бы на тачке, конечно, покататься. Ни разу еще не катался, я думаю, вам тоже было бы интересно посмотреть. Тут нет ТП. ТП мне пишут, тут нет ТП. Вот, в этом доме я резнулся. Может быть, потому что вышел из этого места. Здесь стоял когда. Открыть я не могу, тотем не активирован. Ты где? Где я? Я хер его знает где. Здоровенный домище. Где эти чуваки? В дом, наверное, зашли. Меня так и не пускают туда. Сказали, что нужно приготовиться для поездки в зиму. Один здесь. А второй где? Третий где? Бензин, что ли, заливают в машину? Открывайте. Открывайте. Здесь ничего нету. Нет, шмотки у меня остались. Это шмотки они мне дали. Ну что, ждем тогда, когда они... приготовиться и
покатаемся на машине. Думаю, будет это интересно. Я вообще ни разу не катался. Посмотрим, что дальше будет. А пока давайте дождемся момента, когда они тачки заведут. О, так. Утро у нас наступило. Кто-то у нас тачку завел. Надеюсь, сейчас подъедут. Меня покатают. А, вот он. О, чуваки, возьмите нас покататься. Давайте садитесь, только мы не отвечаем за вашу дохлите. Быстрее. Ну, садись. Поехали, поехали. В смысле сдохнет? А почему сдохнем? Потому что там очень холодно. Че, ну в мотках вроде замерзнем или нет? Холодно. Так, один чувак сидит. Ни хрена он где сидит. Где движок должен стоять? Второй за рулем, я на пассажирском месте. Еще чувак сидит сзади. Типа такой пикап, что ли. Офигенно. Ни разу не ездил, кстати. Очень интересно. Офигенно. Так. И шмоток у них. Перчатки даже есть. Курточка теплая. Штаны. Шляпа. У второго чувака тоже. Безумный Макс. Класс. Ой, стойте, смотрите. Мы здесь где-то с Усадином даже жили. Где-то здесь вот. У нас халупа маленькая была. Здесь даже солнце садится. Холодеет раньше, чем в лете. Воу-воу-воу, а мы вообще сейчас в зиму поедем. Вон Артеха, да, помню эту Артеху. Охренеть народу. Класс. Пролить мне, конечно, не дадут. Хотя бы так посмотрим. Дождячок уже, кажется, идет. Ну, чувак вообще эпично сидит спереди. Шляпа такая у него в виде блина большая. Еще бы с двух рук. Ух, нихера себе, вот это он. Вот это он подпрыгнул, вот это он подпрыгнул. Еще бы с двух рук стрелял по-македонски, было бы просто эпично. Забуксовали. Нет, ну-ка, нихера ты ездок. Слышь, парень, полегче, улетим. А ему похер. Водила. Так посмотрел на меня, бородатый. А вон зима начинается. Кстати, ни разу еще не был в зиме. И мы можем здесь замерзнуть. Сейчас посмотрим. Ну хер ли, замерзну. Че, потеряю все инструменты, которые крафтил. Все ради вас, чтобы вы увидели зиму, если кто не видел. И на тачке покатались. Немного лагает игра у нас, конечно. А вот и зима. О, вон чувак там был. С киркой бегает. Все белое, елки белые. Едем дальше, рейсов пока что-то не вижу, ни камней, ничего, ни деревьев валяющихся. Пока просто едем. Но пока я не мерзну. Хотя в зиму приехали уже. Слушай, если пешком сюда бежать, это долбануться как далеко. Походу сейчас у них тачка развалится, колеса отпадут. Опа, вот и трасса опять. Нихера. Нихера ты ездок. А здесь уже дороги нету. Вау, то есть нам пришлось преодолеть холм, чтобы попасть на дорогу. Офигенно. А вон РТХ, похоже, что есть даже там. Сейчас мы до нее доедем. Вообще, пока не знаю, что они задумали. Какие рельсы добывать. Ох ты! Ни хрена. Ну-ка, выйдем. Опа. Сидите в машине. Точила. Опля. Опа. Зачем? Опля. Сиди в машине. Зачем? Что? Сиди в машине, кричит. Но они приехали РТХ лутать. Просто пришли. Вот еще машина. Раздолбанная. Что там написано? Нажмите Е, чтобы вести. Как я поеду без движка? Взаимодействовать. Ух, нихера. Можно покрасить ее. Давайте пробежимся здесь. Может быть, что найду. Ящики закрыты.
А здесь? О, что-то есть. Запчасть нашел. Надо чувак ободать. Идем дальше. О, я начинаю мерзнуть. 6 минут. И замерзну. В общем, эти запчасти вот где находятся. В каких артехах. Но сюда хрен добежишь. 5 минут. Здесь что? Пусто. Вот как выглядит шестеренка. Нужно будет отдать им. А ты мерзнешь? Нет, чувак? А у тебя костра нету, можешь костер поставить. Ну вы поняли, почему они говорят, в артехах сидите, о, вернее, в машине сидите. Чтобы не залутали ничего. Мужик, на тебе шестеренку. Нашел. Да, нашел шестеренку. Да, вот бери. Спасибо. Ну, пожалуйста, одному отдал. Так, интересно, я смогу на этой тачке погонять, нет? Сейчас проверим. А, так, ну-ка. Ладно, но я ее завести не могу. 5 минут, и я замерзну. Что, погнали, еще посмотрим. Вот он назад бежит. Может починить сейчас машину какую-нибудь. Хотя одной шестеренки, наверное, будет маловато. Сюда вот тут колеса нужны, я так понимаю, да? Движок собрать нужны, колеса. О, блин, я сейчас замерзну. Жопа. Сейчас. Я говорил то, что вот тут замерзнуть еще. А тут шмотки нужны, да, теплые? Похоже, что да. Что, они хотят тачку угнать? Смотрят, что нужно. Пацаны, у нас это, проблемка одна вышла. У нас сейчас будет трехместная тачка, мы скорее всего эту заберем, потому что... Она лучше. Она лучше, потому что намного, чем наш. Мы как раз сюда за тачкой ехали. Ну, вы просто спросились, поэтому мы и взяли. Так мы за тачкой ехали. О, нихера. А это что, тачка не поедет уже, все? Не, да, она не поедет, потому что на этой все уже. О, они ее собрали. Стой. Ну, кто-то вот один с нами пусть понаудит. Взаимодействовать. Чтобы сесть. Все, поехали. Это. Сережа, Влад, у тебя тотем есть? Дома. Скорее всего, этого чувака нету тотема, пусть он с нами поедет. Давай скинь свои ресы, мы тебе их все вернем. Или сложи в тачку, сам это заберешь. Тут еще и ресы можно в тачку слаживать. Я сейчас все равно сдохну 3 минуты. Давайте я вам скину. Тихо, погоди. Я заяц. Ух ты! Что такое? Кого убили? 3 минуты. Какой-то белый козел. Вот они, в общем, приехали на этой тачке, она четырехместная. Но уезжают они вот этой тачкой, до трехместной. Говорят, она лучше. Да, прописываю килл. Мы сейчас поедем. В следующий раз с тобой нормально поедем. Просто мы не думали то, что тут найдем трехместную. Опа, я сел. Я сейчас впереди буду ехать. Да, еще съездим. Поехали. Йоу, мэн! Катаемся на тачке. Чувака, в общем, оставили, он сейчас замерзнет. Ну, у него тотем есть, у меня нету тотема, так что... Мне придется... Блин, капец они, водилы. Мне придется с ними ехать до конца. Вперед, 80 секунд. Ну, сейчас просто-напросто выйдем из этого биома. Из зимнего. В кого это они стреляют? А в животных? Хера тут охота. Я просто-напросто замерзну сейчас. Кабан бежит. Два кабана за ним. Воу, ну чё, чуваки, давайте на этом тогда закончим. В этой серии мы с вами зиму увидели. Увидели, как тачки чинятся. Как вообще езда на них происходит. Это очень интересно было. Чё, как тебе зима? Ну, прикольно, только холодно. Сейчас, потому что сейчас у меня 50 секунд, и я сдохну сейчас. А, костер. Вставай, пробрё. Опа. Да, вот так. 2 минуты, 3. Все нормально.
согрелся. Но они в теплых шмотках, поэтому не мерзнут. Поехали. Два ковбоя. Это напоминает один фильм про ковбоев. Тоже они там в зиме жили. Не буду говорить какой. Какие белые козлы какие-то. Слушайте, ну у нас получилась эта серия экскурсии в зиму. Мне очень понравилось. Кому тоже ставьте лайки. Не забывайте, поддерживайте Hardword. И я буду стараться выпускать почаще интересненькие серии какие-нибудь. Но посмотрим, как пойдет. В общем, пока что на этом все. Мы с чуваками едем в дом. Я согрелся, сейчас меня довезут. И, может быть, какую-нибудь халупу там замучу вместе с тотемом. А пока на этом все. С вами был, как всегда, Турбоёжик. И пока.